something forgot and terror now stirs amid the stars. The next, the pulsing moon flies over the flesh of countless eyes. Now, the reproductive organs penetrates the stratosphere and spills its children onto the world. It is up to you, a lone robot, to fight this unstoppable plague of meat. You must delve beneath the earth to retrieve the lost artifacts of wartime so that you may become fight enough to face the Megabeast. Should you fail, your carcass will be added to the mountains of metal already scraping the sky. Хей, окей, с вами Шумки, и сегодня мы поиграем в игру под названием Robots Named Fight, либо Робот по имени Бой. Как вы поняли, открылся какой-то либо портал, либо что-то того, появился какой-то демон, и он призвал других демонов поменьше, и началась война между роботами и типа того. Так, что у нас по звукам? Подождите. Ну, в принципе, я думаю, нормально. Музычка такая, так. Это у нас снова же Metroidvania. Все такое, ладно, давайте первый слотик. Сеттинг. Как хай будет? Enable. Control simulation. Ачивки. Коллекция. Статы. Игра снова же на английском. Идра. Норм. Давай. Ее даже для спидранеров сделали, ничего себе. Так. L. Так. Туториал. Смит. Обучающий Смит. Бейс прыжок и... Да ладно. Серьезно? А можно немного клавиши? Вместо ИП, подожди. Не-не-не. Вместо И у нас будет. Вместо тебя вниз. Специал мув. Атака. Ну так хотя бы более-менее, я думаю. Но это все равно жопа. На самом деле он... Ох ты ж, ё-моё.
Это вообще неудобно. Я вам говорю, это вообще неудобно. Он не сразу, он не мгновенно отвечает даже на мои действия. Пока что... Не понимаю, потому что здесь нужно контролировать прыжок. И он не сразу идет туда, куда мне нужно. То есть у нас уже такие, понимаете, мелкие проблемы. Ну хотя бы в воздухе контроль идет нормальный. Патроны. Сложно, сложно. Я могу пока что... Хотя, поехали наверх. Сложное управление, пипец. Но неудобное. S и... Понимаете, в чем херня? Он не может, допустим, смотреть и прыгать. Ну, типа, если я зажал. Так не работает здесь. Здесь это так не работает. Какие-то яйца. Ну, первое впечатление, в принципе, это у нас тоже ж пиксель-арт. Отличный пиксель-арт. Из минусов, конечно, можно взять это управление. Очень плохое управление. Типа я вот присел, да, типа мне нужно встать, нажав кнопку вверх.
Да, так будет мне неудобно. Жуткое место. Это ради. Все? Ну, ни хера. Power jump. Мощный прыжок. Ну, смотрите, это RPG. У меня есть какая-то там энергия. Но я не знаю, как она работает. Как мне использовать двойной прыжок? Power. Ну все, типа. Что делать? Вообще не врубаюсь. Кто мне идти дальше? Мощный прыжок, где он мощный? Ну, так будет, мне кажется, полегче. Но это не по канону, да? Горизонтально. Ю. Я вообще не врубаюсь.
куда идти? Давайте обратно. Какой смысл? Их пойми, что делать, куда идти. Ну я уже вижу сразу минус в игре. Мне нужно наверх пойти. Energy War. Will adapt in the filter. Ни хрена не понял. Ни хрена не понял. Типа я просто возвращаюсь обратно. Может, у меня сломана версия. Просто как там мог быть этот чертов телепорт находиться вообще хер знает где. Тут что, нету сейвов? Да, здесь нету сейвов. Ой. Это у нас еще этот плюс. Данж. Раньше. И чё, как мне выбраться отсюда? Супер. Ни хера не врубился. Ну я понял, что я только вышел. Что делать? Странное метроидвание. Я думал, тут чисто метроидвание. Здесь еще оказываются элементы роглайка. Да уж.
Метроидвания, короче. Я хрен пойми, что делать. Но боссы, как я понимаю, одинаковые. Да, это Метроидвания. Руглайки я не хочу играть. Так, ладно. Джамп. Херовое управление, так как тут еще и херовое это. То, что это Metroidvania, смешано с руглайком. Вот, допустим, у меня нету способности превращаться в паука. То есть все, да? Скажи, что да. Эти чертовы. Готово. Да уж. Чувствую, проходы здесь одинаковые. Босс одинаковый. Фиг его знает. Сейчас посмотрим. Давайте еще последний забег. Да, это у нас мета. Да. Как я сразу не догадался. Не, на самом деле, я думал, типа, прикольно это Metroidvania. Да, прикольно Metroidvania вышло у нас. Metroidvania в скобочках roguelike.
У меня просто роглайк уже есть, который я могу типа пройти. Это тот же онлайн, да? Или как там? Про летающий самолет. Айзек у меня еще есть. Что у меня там еще есть? А у меня много что есть. У меня там 4 игры, кажется. А я уже еще одну новую себе добавляю. Просто ничего не делать. Я уже на самом деле плохое мнение об этой игре. Не знаю почему. Там прохода не было. О, пламя. Fireball. Купаем. Да. Зачем такие сложные делать? Окей. Ну, с одной стороны, да, это метроидвания. Но какая? Что за дерьмо? Я думаю, что здесь нету ни истории, ничего такого. Теперь ясно почему. Кажись, это тот же босс, что у нас был до этого. А нет. Что новенькое? Мои болты — это ракеты. Окей. Скажите, мои болты — это ракета, но есть один нюанс.
модуль энергии. Разбиваю ради жизни. Уже все равно не дали. Ну ладно, получается все равно. Вещи открываются тоже после каких-то достижений. Куда я мог знать, что здесь такое дерьмо? Фул ХП пойду, потому что, думаю, понятно почему. Поехали, посмотрим, что за босс теперь. Это будет. Все равно я не запрыгну туда. Теперь у меня ХП не так много. Какая-то рейдинг шарф. Здесь такое себе. Еще ниже нас. Что здесь у нас? Теперь пойми, что здесь у нас. Кластер.
тоже не знаю. Но за них много сердечек дают. Ну, я типа добавлю ее, но... Может быть, когда-то. Это не точно. Может быть, когда-то. Ну, типа, да, здесь довольно много видов пришельцев. Дамаг модуль. Дамаг модуль. Грибочки, грибочки. Я понял, там все равно. Энергия тратится. Могу сюда. Что в меня попало? Да, это рели как-то не так сделали, странно все. Рок-лайк, метроидвания. И главное то, что чтобы куда-то попасть, тебе нужно пройти ту или иную локацию. Еще раз, последний раз, и все. Это у нас пятый, да, пятая попытка. Я хочу посмотреть первой локации, сколько здесь боссов. Я, конечно, до него дойду. То я очень сомневаюсь. Что я довольно очень сомневаюсь. Ну, до свидания. Ну да не. Оружие там нужно было забирать. Так, два сердечка. Это паук. Находится в другом месте теперь.
находится в другом месте. Это мне пройти, ёлки-палки. Это типа усиленный? А, это специальный. Жизнь не доживу я. Или доживу. Скар. Как так можно? Нахера эту игру вообще стиль? Не, понимаешь, что с одной стороны много боссов? Ну, куда мне идти? Все, я уже в жопе. Жопу, в жопу. Чем мне она даст? Как мне подняться наверх? Это жопа. Теперь пойми, куда идти. Когда ты не можешь даже прыгать нормально. Головастики. Чертовы. А, теперь понятно. Теперь понятно. Вчера непонятно. Ну, давайте босса быстрее. Бац, бац, бац. Бац, бац. Я просто как будто назад иду.
хорошо, давай смотреть. А он потом наводной стреляет. Ладно. Да, не повторяется, а тут тогда на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.